Навести порядок в похоронном бизнесе планируют с помощью нового федерального закона. Сейчас он внесен на рассмотрение в правительство страны. Прошлый действовал последние 20 лет и уже морально устарел. Но некоторые специалисты считают закон сырым. И в частности выступают против разрешения создавать частные кладбища и крематории. В то же время другие эксперты, напротив, видят в этом только плюсы. При этом все единогласно голосуют за ввод квалификации для бальзамировщиков, рабочих ритуальных служб и других специалистов. И за возвращение лицензирования в похоронную сферу. Когда лицензирование было отменено, то в похоронку ринулись все, у кого даже не было транспорта. Возили гробы на платье, привязывали к багажнику. И, конечно, не было никакой квалификации.